В стране продолжаются командно-штабные учения служб гражданской обороны. Готовность к защите населения проверили в Нюрбинском районе. За ходом учений там наблюдал Роман Савинов. В последнее время возросло число чрезвычайных происшествий на федеральных автодорогах, особенно в зимнее время года. Поэтому тренировка проходила на федеральной трассе А-331 Вилюй. По легенде учений, в местности Улус-Игы произошло автотранспортное происшествие, в результате которого пострадавшие оказались в холодном плену. На месте происшествия была направлена команда спасателей, а также сотрудники ГИБДД. На данный момент все силы и средства приведены в боевую готовность. Пункт временного размещения полностью функционирует. В местности Улус-Игы в срочном порядке был развернут специальный палаточный пункт временного размещения и обогрева, а также пункт питания и все необходимое для оказания помощи пострадавшим. У нас тут развернуто пункт временного размещения, оказание первой медицинской помощи. Тут находятся кровати, стол. На улице развернут полевая кухня. В ходе командно-штабного учения проведена оценка деятельности Нюрбинского района к выполнению возложенных задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, НВК Саха, Нюрба.